Всем большой привет, с вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о кресле, о которое на самом деле оно вообще не нуждается в представлении, если вы хоть когда-то что-то изучали в креслах. Это, наверное, самая популярная модель до 20 тысяч рублей, приблизительно до 20 тысяч рублей в первой категории. Это кресло от компании Britax Römer, модель называется King 2. Это такой бестселлер, понимаете, она, не знаю, о ней знают все, потому что... первой категории вообще Рёмеры можно назвать эталонными по посадке, по безопасности, по качеству. К ним вообще нет претензий, понимаете? И King 2 это такой яркий представитель идеального просто соотношения цены-качества. Плюс ко всему, Britax Römer постоянно, очень часто запускает акции на свой модельный ряд в каком-нибудь там Stone Grey, там, в общем, черный и серый цвет. Какой-то из этих цветов часто бывает по акции, и стоит оно ощутимо дешевле, чем обычная цена вот в этих цветах. И, извините, когда люди спрашивают меня, вот что посоветуете, вот выбор сделать какой, и когда идет акция, вообще ничего не хочется предлагать другого, понимаете? Потому что цена-качество просто идеальная. Первая категория вообще, что из себя представляет, если вдруг вы не знаете, это с 9 месяцев до 3 лет. И где-то до 105 сантиметров роста ребенка хватит вот запаса вот этих вот ремней, которые здесь есть. Ну и, соответственно, регулировки подголовника. Соответственно, вот приблизительно вот в этом диапазоне можно использовать. Но не раньше 9 месяцев, имейте в виду, потому что ребенок едет лицом по ходу движения. Соответственно, что касается безопасности, 4 звезды на Адаке имеет это кресло. И, соответственно, ребенка доверять смело можно. Здесь как бы по безопасности все хорошо. Здесь нет крепления Isofix. Я вам сейчас заодно сразу давайте покажу, как его крепить без Isofix. Вот вы сразу здесь увидели, оно было пристегнуто, как это было сделано. Соответственно, что нам для этого нужно? Нам нужно нажать кнопочку, отодвинуть кресло назад. Здесь просто вот идеальная система натяжения ремня стоит. Натяжение происходит с самим каркасом. Соответственно, вытягиваем, просовываем ремешочек. Застегиваем, тянем за верхний ремень, чтобы нижний у нас натянулся. Возвращаем ремень обратно и опускаем кресло назад. Защелкиваем. У кресла вообще должно быть две точки крепления, нижняя и верхняя. Нижняя это у нас здесь, верхняя это у нас вот здесь. Поэтому верхний ремешок проводим сюда, и кресло при ДТП у нас держится и сверху, и снизу. Я считаю, это очень просто. Вы можете и спереди в автомобиле поставить на переднем сиденье, и на любое место сзади. Вам просто нужен ремень. Именно трехточный ремень. Вот, собственно, по креплению все. Что касается комфорта ребенка, давайте посмотрим. Вот какой у нас угол наклона. Это более чем достаточно для того, чтобы ребенок уснул, голова вперед не свисала, и ребенок комфортно в дальней дороге себя чувствовал. Пятиточные ремни у нас здесь с мягкими накладками на плечевой зоне, чтобы не травмировать ребенка. На паховой зоне тоже, естественно, все есть. Регулируется у нас по высоте ремень. Он регулируется сзади. Сейчас я вам покажу, как это делается. Убираем. Сейчас в открытом виде к вам поверну. И вот смотрите, здесь у нас есть регулировочка. И вот, соответственно, регулируем по высоте подголовник. Эта система отличается регулировки подголовника по высоте от той же, например, версии LS King 2. Там это делается спереди, но та модель дороже. А здесь это делается сзади. Это не делайте каждый день, поэтому можно сэкономить и взять вот такую систему. Соответственно, вот вам отсюда хорошо видно, мы подняли сейчас подголовник. Можно, естественно, еще выше поднимать. Подголовник у нас растет вместе с ремнями, ничего перетыкивать не нужно.
И регулируются они очень просто, кстати. Нажимаем кнопочку, за сам ремешок тянем, и все. Потом по ребенку уже, соответственно, мы его натягиваем обратно. Вот, конструкция. Вообще этим креслом очень легко и комфортно пользоваться. Соответственно, по наклону посмотрели. Что касается материалов. Классическая рёмеровская ткань. Она у них в 90% случаев используется, кроме более дорогой Highline серии, где используется уже такая дорогая благородная джинса. Еще с какими-то вставками, какие-то прошитые нитями там. Ну, в общем, там уже и ценник другой. В основном используется такая ткань. Эта ткань тактильно приятная. Ее фишка, здесь прослеживается явный немецкий подход в практичности, потому что вот через 3 года, откатав это кресло, простернули, и оно будет как новое. Ткань просто неубиваемая. Что касается подголовника, здесь ткань используется более мягкая, гладкая, тактильная, она вообще прям классная, потому что все-таки лицо ребенка, чтобы прям все было очень хорошо. Вот. Поэтому вот с тканями все отлично, можно стирать не больше 30 градусов, чтобы она не села. В общем, все практично, удобно, в пользовании удобно. По посадке она вообще, считаю, эталонная, капсульного типа. Все глубоко, посадка хорошая, она очень мягкая. Ход, вот я нажимаю, да, здесь вот, вот действительно вот такой ход материала, понимаете? Она очень мягкая. И в дальней дороге, я думаю, ребенку будет отлично. Вот. Собственно, по большому счету, здесь сильно много не расскажешь про кресло, про кресло это. Это очень хороший среднячок в топовом сегменте. Так вот, замудренно, но это факт. Потому что до 20 тысяч плюс акция приблизительно в 20% она обычно бывает там, ну, в районе 15-16 тысяч. Это та цена, в которую попадают более простые бренды, понимаете? И уникальное предложение, вот уникальность предложения заключается именно вот во всех этих акциях. Даже если акции нет 20 тысяч рублей, она тоже очень хорошая. Акции просто можете вы на нее не попасть, но даже в 20 тысячах рублей, ну, 18-19 тысяч, понятно, что цену проверяйте по ссылке в описании к миру автокресел, цены меняются, это я вам на текущий момент говорю. Вот, соответственно, идеальное соотношение цены-качество, плюс собирается полностью все в Германии. Весь цикл сборки происходит в Германии, начиная с текстиля, заканчивая всеми вот этими вещами. Вот, и ну, как бы полностью немецкое кресло за эти деньги, это круто. Ну, собственно, перестаю нахваливать. Выбор, естественно, как всегда, за вами. Я лишь могу только порекомендовать. Мое мнение не последнее в инстанции. Выбирайте, но на него обязательно посмотрите. Это прям топчик предложения за свои деньги. Купить вы можете его, естественно, в мире автокресел. Заказывайте утром. После обеда вы его уже получаете. Все быстро, четко, с официальной гарантией, с адекватной ценой. Собственно, все. Если обзор вам понравился, был интересный и полезный, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И всего доброго вам. До свидания.